Ну, на момент информации, когда мы получили от руководства Облэнерго, мы сразу возмутились о том, что эти мероприятия назначены на летние месяца. Но этому обусловлена и процедура тендерная, которая имеет сроки, и сроки выделения непосредственно этих средств. Соответственно, пройдя всю эту процедуру, выпало именно на этот период. И реализация этого проекта также обусловлена договорными отношениями. Мы принимаем это уже как должное и пытаемся из этого выйти достойно, с минимальными, скажем так, ущербом для населения. Хочу отметить, что данное мероприятие очень важно и глобально в масштабах нашего города, как курортного, потому что эти мероприятия Облэнерго и БРЭСа коснулись именно курортной части города. Это Слободка, Лиски, Коса, часть Косы, Колония, Набережная. Что в этом позитивного и правильного, потому что можно отметить, что впервые государство выделило средства на проведение реконструкцию и модернизацию сетей электроснабжения данных микрорайонов. Да, есть большой объем работы, выпало и финансирование, и работы в летний период, но мы сразу вопрос поставили жестко перед руководством Облэнерго, чтобы согласовывали все эти действия с администрацией города, а мы, в свою очередь, сразу доводили до населения о проводимых работах. Также нами была поставлена задача, что это не нарушало курортную сферу и работоспособность, скажем, курортных, кто предоставляет услуги в данном направлении, чтобы эти работы выполнялись в максимально удобное время и без отключения. К чему это касается? Это производится монтаж линий, переустановка оборудования, а на момент отключения эти действия согласовываются с конкретными улицами и адресами и производится в кратчайшие сроки с ориентировочно 4 утра и до дневного времени суток. Ни в коем разе ни суточные отключения, ни долгосрочные. Поэтому еще раз акцентирую, работы будут настраиваться на, в первую очередь, монтажные без отключения. Момент отключения будет координироваться и согласовываться. Поэтому в этой стороне, в любом случае, мы на стороне жителей, но также и понимаем важность этого мероприятия. Это позволит нам укрепить структуру именно электроснабжения данных микрорайонов. Жителям позволят воспользоваться более повышенными мощностями, которые они запрашивают в БРЭСе на пользование на своих домовладениях. Поэтому мы эти графики запросили у них, чтобы мы понимали, на какой улице, на каком отрезке будет выполняться в первую очередь работы и где будут планироваться отключения. Поэтому мы еще будем публикации максимально информировать население, где и что будет выполняться. Поэтому просим с пониманием отнестись, но мы намерены от руководства Облэнерго также отнестись к нам с пониманием и к жителям ввиду активного сейчас разостроения непосредственно курортного сезона.